Мать ребенка рассказала, похитительницу знала, поэтому и доверила своего малыша. Но когда с прогулки ей не вернули сына, забила тревогу. Сразу искала пропавших своими силами, позже обратилась в милицию. Девочка попросила ребенка покатать. Но разрешила недалеко. Хочу поговорить с сотрудниками милиции, спасибо им, что они нашли дочку мою. Ребенка искали всю ночь. За это время похитительница прошла пешком на руках с младенцем несколько кварталов, сообщает милиция. Ребенку 4 месяца, которого, согласно рекомендации медицины, нужно кормить каждые 3-4 часа. Поэтому на розыск данной гражданки ребеночка были брошены все силы. Уже утром малыша передали медикам для обследования, после чего ребенка вернут родителям. Похитительнице 23 года. В милиции сообщили, что она страдает расстройствами психики. Сама подозреваемая не отрицает. Осознавала, что делает. Но это не мой ребенок, это дала мне девочка погулять. А и сколько вы гуляли с ребенком этим? Ну, все день, можете сказать. Она скрывалась от работников милиции, красилась, для того, чтобы ее не нашли. Ну, то есть она, ну, будем так говорить, понимала о том, что она несет ответственность за свое деяние. Подозреваемая занималась попрошайничеством. К такому делу решила приобщить и украденного мальчика, чтобы разжалобить горожан. Если прокуратуре удастся это доказать, задержанной грозит до 5 лет лишения свободы. Ростислав Сысоев, «Панорама».